Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В понедельник Мордовия сыграет в Самаре в футбол с Уфой в чемпионате премьер-лиги. Красноярец – двукратный чемпион мира по плаванию. Тольяттинские их смены привезли с первенства России 9 медалей. В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту. За наградами гонялись более 200 яхтсменов из разных акваторий страны. Тольяттинские спортсмены завоевали 9 медалей. В классе оптимист Дмитрий Лоздин закончил регату чемпионом страны. Серебро у Алены Суховой и Вячеслава Рожкова. В классе накро-17 Олеся Жукова и Максим Судачко финишировали вторыми. А Юрий Артемьев и Кристина Сулима показали третий результат. В классе кадет бронзовые медали у Ильи Лоздина и Никиты Елясина. Продолжает удивлять спортивный мир 80-летний ветеран из Красного Яра. Станислав Визовский выиграл вторую золотую медаль в Казани на чемпионате мира по плаванию среди ветеранов. 50 метров самарец преодолел за 54 секунды. Второе место у американца Джека Флеминга. Янки проиграл россиянину всего лишь полсекунды. Пятый тур премьер-лиги Саранская Мордовия и футболисты Уфы сыграют на Металлурге в понедельник 17 августа в 8 вечера. Соперники «Крыльев Советов» командированы в Самару не случайно. Родной стадион «Старт» клуба «Мордовия» Российский футбольный союз забраковал. Качество газона не соответствует стандартам лиги. Поэтому, скорее всего, «Мордовия» и второй ближайший домашний матч проведет в столице 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.